спортзале «Фоксевмаш» прошел второй тур открытого кубка главы Северодвинска по флорболу среди мужских команд. В группе А, где выступают команды высшего дивизиона, состоялись три матча. Первая встреча между хозяевами паркета и гостями «Сафу» завершилась в послематчевых буллитах в пользу «Севмаша». Молодежь архангельской команды «Ремикс» обыграла северодвинский «Феникс» со счетом 5-3. Третья игра между «Севмашем» и «Фениксом» стала самоупорной и результативной. И закончилась 8-7 в пользу хозяев. А в группе «Б» команда «СКА» обыграла флорболистов «Волны» 9-5.